На предприятии «Трест Реммонтажстрой» подвели итоги работы за прошлый год. Состоялось отчетное собрание в первичной профсоюзной организации. В работе приняла участие председатель Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отрасли промышленности Светлана Клочок. Важным элементом, конечно же, звучит это работа самого предприятия, возможность работать рентабельно, потому что мы видим, что в этой организации значительный социальный пакет в виде положение коллективного договора. И надо сказать, что отрадно сегодня было слышать, что несмотря на безусловные сложности, которые сегодня имеются, потому что основной, конечно, генподрядчик основной объект работы – это Беларусь-Калий. Мы знаем, с какими проблемами тоже сталкивается предприятие из-за санкционного давления. Тем не менее, коллектив находит сегодня пути рационально использовать труд работников, обеспечить заработную плату и, конечно, не приостанавливать нормы коллективного договора. На собрании также заслушали информацию о работе ревизионной комиссии, контроля за соблюдением законодательства о труде, выполнении условий коллективного договора. Были намечены задачи на этот год. Выслушать и помочь. Люди идут в профсоюз со своими проблемами. Поэтому важно подсказать реальные пути решения. То, что вопросы есть, они, самое главное, не замалчиваются, потому что хуже всего, когда, знаете, как такой нарыв, он где-то вот существует. Поэтому такие встречи позволяют своевременно выявлять вопросы. Ну и, конечно же, традиционное направление в работе, это кроме того, что мы понимаем, человеку должны быть созданы хорошие, безопасные, здоровые условия труда. Конечно, чтобы росло благосостояние, это и заработная плата, и коллективный договор выполнялся в полном объеме. Надо человеку предлагать возможности поучаствовать и в спортивных мероприятиях для тех, кто любит спорт, и реализовать себя в культурно-массовых направлениях, и съездить на интересные экскурсии, и, безусловно, под свое здоровье поправить через оздоровление и в здравнице Беларусь-Калия Березки, и в то же время использовать систему санаторно-курортного оздоровления здравниц Беларуси Федерации профсоюзов Беларуси.